15 февраля администрация Лужского муниципального района при поддержке автономной некоммерческой организации «Лен КВН» в Заклинском доме культуры был организован и проведен фестиваль открытия игр КВН Лужского района. В фестивале приняли участие 7 команд КВН, 5 из них школьные. А главным – команда Заклинского сельского поселения, МП-3 – команда Дзержинского сельского поселения. Акварель команды «Изоридижа». Сейчас вся Россия готовится к Олимпиаде 2014, а Муниса готовится к Олимпиаде по труду. И Леша ее тренирует. Как видите, любовь и спорт шагают рядом. 006 команда школы номер 6. И «Вынос мозга» – команда спортивно-молодежного центра города Луги. Здравствуйте, можно мне вон за той желтенькой машинкой? Девушка, что-то случилось? Да я забыла ее на ручник поставить. И 2 молодежные команды. «Давай-давай» – команда Лужского филиала ЛГУ имени Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня в Челябинске упал метеорит, и это правда. Вопрос, что должно произойти в Луге, чтобы метеорит упал у нас? Он уже упал, вы Заклинский мост видели? И «Наши люди» – команда Лужского городского поселения. Сразу день влюбленных. А когда люди влюблены, они перестают замечать все вокруг. И у нас оглушительная любовь. Фестиваль включал в себя 2 конкурса – разминку и приветствие, по итогам которых лучшей школьной командой стали оридижские акварельки, а лучшей молодежной командой – «Давай-давай». Лучшей актрисой была признана Ольга Готфрид из команды «Акварель», а лучшим актером – Никифоренко Артем из команды «Наши люди». Победители получили кубки и дипломы, а все участники – грамоты за участие. Юлия Герман, Валерия Багаева, Евгений Лучкин, Лужские вести, Лик ТВ.